умер раненый при стрельбе в студии йоги во Флориде. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Полицейские пытаются установить их личности. Один из раненых в результате стрельбы в студии йоги американского города Таллахасси, штат Флорида, скончался. Об этом заявил в пятницу, 2 ноября, представитель полиции, передают местные СМИ. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Правоохранители пытаются установить их личности. Напомним, инцидент произошел 2 ноября. Злоумышленник покончил с собой. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.